17 и 18 апреля в Казанском федеральном университете пройдет серия семинаров по вопросам открытого доступа к научной информации. Мероприятие организовано в рамках проекта «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов». В ходе встреч гостям мероприятия расскажут об открытой науке, принципах свободного распространения научной информации, социальной ответственности ученых, последствиях научного пиратства и о многом другом. Одним из лекторов станет журналист Иван Засурский. Он выступит с темой «Информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции». Иван Засурский уже посещал Казанский федеральный университет. Тогда он пообщался со студентами КФУ на тему «Научная коммуникация в открытом доступе». В ходе семинаров вы узнаете о том, что такое открытый доступ, чем он отличается от свободного и бесплатного. Вы узнаете, что такое открытая наука. Благодаря участию в этих семинарах вы сможете не только составить свое впечатление о реальном процессе научной коммуникации сегодня, вы также сможете поговорить со специалистами и задать все интересующие вас вопросы. Семинары пройдут в научной библиотеке лицея имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Универньюз.